Ведь и сегодня звучит вопрос, чем сильна Русь, чем сильна церковь? И можно ответить на вопрос очень легко внешне. Это храмы, это золото куполов, это монастыри. И внешне как будто это так. Но ведь трагичная история 20 века показала, что нет, не в этом сила. Оказывается, храмы можно закрыть. Оказывается, золотые купола можно уничтожить и монахов расстрелять. Тогда в чем же сила? А сила просто в людях, верующих православных христианах, которые на плечах своих несут святость, которые на плечах своих несут церковь. Святость везде, праведность везде. И мы не можем сегодня говорить, что только здесь в церкви, только здесь в монастыре в каком-то. Мы говорим с Богом, мы слышим друг друга. Нет. Бог везде, Дух Святой везде. И поэтому, где бы мы с вами ни были, мы везде должны быть свидетелями о Христе. Вот это называется святостью в 21 веке. Сегодня мы именно там, за рамками церкви, являемся свидетелями Христовыми. И люди, видя нас, либо придут в храм, либо нет. Это святость 21 века. И это наша с вами задача. Аминь.